Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяу. Сегодня мы поиграем в People Playground, и я сделал обзор на мод, в котором вот столько будет всяких персонажей, которые будут, допустим, вот Тайр 6, Тайр 5, Тайр 3, Тайр 4. В общем, прокачка, так сказать, персонаж. Надеюсь, вам понравилась превьюшка, я старался над ней, конечно же, очень, честно говоря, реально старался. И вот, давненько не было видео. Давайте смотреть мод. Итак, самый обычный человек. Что он может? Он может ничего. Сюда. Так, умирает. Как видите, умирает. Дальше давайте начнем с уровня 2. Так, кратко рассказываю, их там 3. И вот все. Давайте будем стрелять теперь в этого. Как видите, это зомби, поэтому... Он не умрет просто так, поэтому только если в голову. Вот это у нас тоже, но он тоже умирает. Так, ну, в принципе, вторые не сильно вообще. Они умирают. Они слабые и умирают. Так, это единственный Тайр 3. Я не знаю, что он может. Написано то, что он... А, но он регенерируется. Смотрите. Вот. А, ну вот. Да, видите, он срегенерировался. И теперь он почему-то рану не залечивает. Но, как видите, он ожил. Вот это все Тайры 4. Я так понимаю, они имеют какую-то сверхспособность. Вам. Регенерация, как видите, мгновенная полностью, почти что. То есть его почти даже убить нельзя. В голову стреляем, он не может умереть нормально. Вот. Вот, у него... А, не. Так его даже, походу, почти убить нельзя. Как видите, он мгновенно теперь регенерируется, в отличие от Тайра 3. Давайте я буду называть не Тайры, а уровни. Левелы, уровни. Итак, давайте я вам сейчас покажу, что умеет вот этот уровень 4 с коронкой, да? То есть берете вот такие за этого чувачка, дотрагиваетесь, вот так главное быстро. Ну, видите, просто дотрагивание ничего не делают. А если быстро вот так дотрагиваться, то, как видите, человек превращается в золото. Так, я его случайно убил, но, как видите, он из золота. И он, можно сказать, становится бездвижным. Вот. Король, который делает золотого человечка. А вот этот, кстати, умер. И, походу, больше не воскреснет. Все, Тайры 5 все заспавнены. Как видите, вот этот вообще из плоти как будто сделан какой-то. Очень странный и страшный человек. Стреляем в него. Он умирает, хотя очень даже странно. А нет, он воскрес. Вот, можно его прострелять хорошенько так. Я так понимаю, у него есть суперспособность какая-то. Да. Сейчас я вам поподробнее расскажу. Может, вы ничего не поняли, но сейчас я вам покажу, как это работает. Есть обычный человечек, он такой. А вот сейчас начнется реально РП формата А4. Хей, привет, ты очень странный, знаешь почему? Я не знаю, вот. Он такой, И сам странный очень. И такой. И делит его на куски. Да, это очень жестко. Хотя будет еще один Тайр, который будет еще жестче это делать. На! И все. И нет человечка. Берем Тайра, который может регенерироваться. Вот, это именно который регенерируется и никакой больше. Смотрите. Пам, простреливаем голову, он регенерируется. Если же мы касаемся вот этим воином, то есть он специальный воин, он, можно сказать, деактиватор. Вот так, как-нибудь, я не знаю,
как это должно работать. Ну, может, еще с силой нужно какой-то. Так что вот так, с замедлением. Итак, вот, да. И мы простреливаем голову, опять же. И я коснулся, не регенерирую. Дальше у нас тот же самый какой-то Тайр 4. Но, как видите, у него есть суперсила. И вот, я говорил именно по, можно сказать, про этих. У них сильные удары, то есть им даже не нужно холодное оружие. Они вот так делают. И если хорошо ударить, то может разломать полностью. Сейчас я покажу последний 6 уровень. Ну, в общем, заспавним мы тут кучу людей. И он, допустим, такой бум. И все, и тут пипец начинается. Ну, вы поняли, он регенерируется. Он убивает людей на расстоянии, даже не прикасаясь к ним. Что про этого можно сказать? Он регенерируется и убивает вот так людей. Тоже очень интересно, непонятно. Так, то есть у него, допустим, есть такой же, только Тайр 5. Но он, у него только одна рука это может вроде делать. А тут целых две, тем более регенерация максимальная. Вот, сравним с самым первым чувачком, который начинает регенерироваться уметь, да, смотрите, голову, допустим, вот он умирает, ждем, то есть проходит время, и до сих пор течет кровь, и раны не восстанавливаются, да, видите, у этого же, пам, он мгновенно возрождается, даже не проходит времени, раны заживают, тоже можем сказать про вот этого сверхсущества, оно может убить вас, допустим, он идет к вам, и просто на определенном расстоянии он делает полностью высушение. Сейчас я попробую его с помощью ядерной бомбы как-нибудь. Ой, что-то она сломалась. Понимаете, его даже ядерной бомбой никак не убить, потому что он ее сразу ломает. Хотя у меня получилось это сделать. Так, сейчас ждем, пока пройдет время. И как видите, с ним ничего не произошло. Давайте попробуем теперь с РПГ стрельнуть. Ну, в общем, убить его можно сильным напряжением. Как видите. Вот, делаем какое-то сильное напряжение. И часть полностью растворяется. Я с вами попрощаюсь. С вами был я, Смяу. Сегодня был очень, наверное, было интересное видео. В следующих видео я могу сделать, допустим, какую-нибудь пересадку от мощного существа к такому слабому. Да, то есть с помощью вот таких шприцов специальных как раз таки. Вот у меня есть такие шприцы. И не только такие. Все. Если вам будет это интересно, я надеюсь, интересно. Надеюсь, тут будет много лайков, комментариев. Повторяюсь, ссылку на мод вы найдете в описании. Ссылку, у кого я взял идею, вы найдете в описании. Всем пока.